Приветствую тебя на канале Just Fun. Помни, что здесь ты найдешь самые интересные истории со всего мира. Так что подписывайся, если ты еще не с нами, и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А теперь перейдем к видео. Супермаркет – один из самых посещаемых мест в городах. Длинные ряды стеллажей с переполненными полками разнообразных товаров, приятная музыка со сбалансированной температурой воздуха помогут вам в хорошем настроении неторопливо выбирать нужный вам продукт. Эта история, которую мы сегодня вам расскажем, поставила многих покупателей в затрудненное положение. Удивительный случай произошел в одном из городов Канады. День был насыщенным. Так как следующие сутки были праздничными, а значит выходными, то народу в очереди на кассу было немерено. Отпустив всех покупателей, продавцы позакрывали кассы и разошлись, но последний уходящий кассир забыл сделать кое-что важное, а именно закрыть дверь ключом. А поскольку следующий день был праздничным, то торговая точка не работала и на работу никто не пришел. Празднование Дня семьи на следующий день было по всей стране, поэтому не запасшиеся вчера продуктами питания люди решили навестить ближайший супермаркет и наполнить тележки продуктами. Не обращая внимания на подозрительное полное отсутствие персонала, люди отправлялись вглубь помещения, набирая по пути выбранные товары. Но на кассе их ждала неожиданная картина. Не было ни охраны, ни кассиров, ни прочих признаков работы супермаркета. Держа в руках кошельки и платежные карты, люди через некоторое время начали догадываться о своем неудобном положении. Может быть, где-то и происходит воровство в магазинах, моменты которого запечатлевают камеры наблюдения. Таких роликов полно в интернете. Но наш случай происходил в Канаде, их менталитет не позволил взять что-либо без оплаты, поэтому очередь начала потихоньку таять, оставив свои тележки у стеллажей. Один мужчина увидел, выходя из супермаркета, как другой складывал пакеты с продуктами в машину. Первая мысль у мужчины была вызвать полицию, но все же для начала решил узнать, как тот приобрел товары, на что мужчина ответил, что просто оставил оплату на кассе. Многие так поступили в тот день, и это самое поразительное. Представьте удивление управляющего магазина и директора, не говоря уже о персонале, когда они узнали, что супермаркет полноценно функционировал безо всякого присмотра. Но главным сюрпризом было то, что ничего не было сломано, украдено или надкусано. А что бы вы сделали, если попали в такую ситуацию? Ответы напишите в комментариях. Поделитесь этой историей с друзьями и близкими, а также не забудьте поставить лайк и подписаться. Пока!